Я хотела бы сейчас обратиться ко всем партнерам. Все, кто здесь, и партнеры далее могут распространить обращение в свои чаты. Почему это важно? Мы прошли долгий путь. У нас есть новички, у нас есть партнеры, которые пережили длительный период. Что я хочу сказать? Вот начальный чат я задумывала как 30-40 партнеров, первая, вторая линия, кто весь период был вместе с компанией, переживал и понимал, что происходит. И вот та ответственность, которая у каждого партнера сыграла роль в том, что вся моя первая линия осталась здесь, это означает, что люди понимали, что происходит, верили в это, и самое главное, имели свою ответственность, я бы сказала, в высокой степени ответственность за структуры, которые они привели сюда по поводу их денежных вложений. То есть имели и хотели людям эту возможность объяснить, рассказать реально и правдиво, что происходит и почему мы верим, что у нас действительно новая компания, компания, которая дает миру эксклюзивные возможности. Поэтому ID Identification – это действительно новая компания. Весь тот длительный период простоя, многие знают, насколько это было сложно, поиск альтернативы, поиск выхода, Сандра Рибейрал, да к тому же и Жуниор Амарал, предпринимали многие действия, многие шаги, многие попытки как-то решить ситуацию. Но, к сожалению, последние годы, особенно последние 3 года, мир пришел к полному использованию финансов своих и чужих для получения пассива без работы, без понимания ситуации. Просто вот не хочу, лень, да, я не хочу ничего делать, да, и все. К сожалению, вот эти компании, которые предлагали подобный пассив, даже при очень серьезных намерениях руководителей не выдерживали критики, не выдерживали истории конкуренции. Они все уходили в никуда на протяжении 3, 5, 6 месяцев, 8 месяцев, либо 1 года. Это практика, которую наблюдали партнеры. Все мы здесь партнеры со стажем. Все наблюдали и все в своем послужном списке подобные компании имеют. У кого-то навсегда аллергия выработалась на компании подобного рода. Кто-то продолжает работать только в таких компаниях, где сегодня хорошо, а завтра, да, хоть трава не расти, хоть потом, лишь бы я успел. К сожалению, вот эта практика укоренилась у очень большого количества партнеров, я не говорю лидеров, партнеров. И я довольна и рада, и хочу констатировать факт, что вся лидерская группа, которая вот первая линия, вторая, кто на прямой связи, третья моя линия, с кем мы общаемся лично, они все этот период переживали, сопереживали, и забота была одна. Какой выход будет найден у компании Eagle Betrade для того, чтобы не пострадали партнеры? Это номер один. Но давайте смотреть правде в глаза. От старой платформы, от Eagle Betrade не осталось ничего, кроме наших с вами пустых кошельков и наших регистраций на платформе старой. Все это де-факто. Мы должны правильно объяснять партнерам. Я читала вчера, к сожалению, вчера была у дантиста, у меня аллергия на анестезию, я не могла говорить, до утра, до сегодняшнего говорить не могла. Я все вчера читала и удивлялась. Столько раз я уже говорила о том, что понятие «вывод», от кого вы хотите? Очень правильно в свое время этот вопрос разделила Сандра и сказала, если вывод, то ваши письма, пожалуйста, к старой платформе и через судебные инстанции получайте свои инвестированные деньги, минуя все то, что сегодня нам предложено. Давайте мы правильно рассматривать ситуацию. Я в глубине вот всех событий, которые происходили в этот период, годовой уже период на сегодня, да, с того момента, когда мы зашли, это был конец февраля, начало марта, вот практически годовой период пребывания в компании, 2 месяца компания нормально работала, потом начались ситуации, которые сегодня объяснимы и понятны, человеческий фактор, воровство имело место быть всегда, к сожалению, компания Eagle Betrade при плохом руководстве управления финансами нашего президента, к сожалению, попала в эту яму, но наш президент сегодняшний, ID Identification, Клаудио Энрик Барак Обама, он-то вообще ни копейки не получил.
По согласованию слияния он ни копейки не получил из передачи старой платформы. На сегодня все забыли этот факт. Вот вынь да положь мне то, что я хочу. А теперь давайте сравним вообще с рынком, что происходит сегодня. Есть компании, которые платят и платят серьезно на протяжении полугода, 8 месяцев. Замечательно, кто успевает, замечательно. Но 75% не успевают. Это главная проблема была, она, вернее, стояла перед Клаудио, когда он решал, собственно, свою стратегию, свою бизнес-платформу и свой принцип новой концепции соединения MLM-подразделения через социальный клуб с физической платформой. Как решить, как сделать, как дать возможность всем иметь шанс? Именно так стоит вопрос. Шанс создать долгосрочный бизнес на перспективу. Для того, чтобы этот бизнес мы не боялись передавать не просто вот друзьям, товарищам, приятелям, приглашая сюда, но и наследство. То есть передавать по наследству нашим детям. То есть долгосрочный бизнес, который бы гарантирован был чем? Нормативными актами международными в легальном поле существования везде, где бы партнер у нас в структуре не появился. Это было очень важно. Насколько это сложный процесс, юристы это знают. Мы столкнулись с этим на протяжении последних месяцев, когда я такая же, как вы, тоже хотела быстрей. Вчера, пожалуйста, скорее структуры. У кого-то кто-то квартир решился, у кого-то много детей, у кого-то кредиты. Что только не рассказывала. Всегда стоял у Мигела Гомыша вопрос. Минуточку, вы когда рисковали этими деньгами, вы что думали? Мы доверились. Кому? Чему? Высокорисковой компании? Вы что, дети 3-месячные либо 5-летние? Вы что, не знаете, каким образом работают эти компании? Высокорисковые компании действительно какие-то гарантии на первом этапе дают, но эти гарантии не выдерживают, к сожалению, это правда, они не выдерживают проверку временем, и это де-факто. Поэтому на сегодня задача, если уж Клаудио на протяжении этого периода подтвердил свою ответственность за партнером наших платформы Eagle Bit Trade о получении наших не просто инвестиций, но и вознаграждений по тому периоду, но только в своей стратегии, в своей концепции и со своими инструментами, которые он и только он, проверяя, 100 раз проверяя, тестируя и адаптируя, выдаст и даст возможность нам всем не просто деньги получить, но серьезно получить. Почему? Серьезно, в серьезном приросте, потому что бизнес, который он принес к нам в платформу, физическую нашу платформу, с нашего холдинга «Феникс», где мы являемся подразделением, это бизнес его жизни. Много лет потрачено на создание этого бизнеса. Кто не верит, не знает, сомневается, это нормально. Мы привыкли, что нас обманывают везде и всюду обманывают. Но поверьте, та работа, которая сделана корпорацией, невидимая работа, она впечатляет. Все, кто побывали в офисе, все, кто уже познакомились лично, кто смотрели документы, кто читали, вникали, все говорят, это нереально. Это говорят все. Это нереально. Неужели это правда? А это правда. Поэтому, дорогие мои партнеры, мы с вами попали в эксклюзивную ситуацию, когда нам в компании, которая умерла, искала выходы, наверное, хаотично в начале, потом Сандра нашла возможность, как и что реализовать, чтобы привлечь партнерство серьезных партнеров. Но это было найдено благодаря личностному участию нашего вице-президента, их дружбе, отношениям, бизнес-отношениям, социальным отношениям на протяжении 15 лет. Это все очень важно. Когда мне задают вопрос, почему и как, прежде всего, конечно, личностный фактор. Потому что на сегодня вот еще одна компания, с кем разговариваем, они хотят сливаться с платформой. Почему? Потому что вот тот базис, вот ту юридическую площадку, которую Мигел Гомыш приготовил, это многолетний труд и опыт юристов-международников, которые имеют возможность все это воедино свести, довести до конца, открыть и предоставить. Это очень сложно. На сегодняшний момент идет привязка, верификация, последняя верификация базы данных в чем? Мы видим, что система выдает ошибку. Я очень много критики слушала от разных программистов и российских, и португальских, и испанских. Но когда мы начинаем, вот в офисе сидим, разговариваем с программистами и начинаем понимать, где именно ошибка и что происходит, все сходятся к одному.
пусть они уж доведут, потому что программирование – это прежде всего прописание программ. Менять лошадей на переправе – это значит на месяц это двинуть решение процесса. Да, это сложный язык, язык, понятный профессионалам, нам не понять. Но когда мы смотрим, что сделано, не зря Мигел Гомыш выставил информацию, что 95% системы работают. И на сегодня мы видим, функции добавляются. Сегодня вышла форма заказа карты – тестовый первый период, но она вышла, и она привязана к каждому бэк-офису, и каждый может прописать свои данные. То есть мы уже идем шаг за шагом, мы движемся вперед. На сегодня Umbrella, наш обменник, это задача номер один компании, президента, вице-президентов и нас с вами. Номер один. Но нужно понимать, вот большая часть партнеров, которые имеют понимание об ICO, о новых технологиях, о выводе новых валют, новых монет на рынок, о листинге на биржах, о создании обменников и блокчейнов, они понимают, о чем идет речь. Я не буду приводить примеры из своей жизни, потому что я сама участвовала и в ICO, и знаю, как это происходит. Я хочу сказать, что, ну, наверное, многие слышали Ethereum Cash Pro. Глобальная программа на базе Ethereum, в которую зашла раньше, чем Eagleby Trade. Да, это была безвозмездная раздача токенов, извините. Бесполезная, не зря оговорилась. Бесполезная раздача токенов, потому что далее начались проплаты. $10, $20, $50, $100. На сегодня это в эфирах идет все. И только на сегодня, я напомню, январь 2018 года, до того, как мы начали работать в Eagleby Trade. Январь 2018 года, на сегодня мы имеем апрель 19-го, и наконец-то компания разрешила вывести токены с сайта при ICO на кошелек эфира, даже без заявки еще пока об обменниках. Просто рассказываю о это реальное ICO. Но ICO в своей программе, в своем процессе, в своих механизмах, которые они исполняют, да, проплаты обязательны на этом этапе. То есть в любом случае любая компания получает и деньги от партнеров, и ведет свое развитие своей технологии в определенном направлении, поступательно, шаг за шагом. А теперь подумайте, создание нашей платформы сегодняшнего вида, в том, какая она родилась сегодня, началось в конце октября прошлого года. На сегодня мы имеем уже базу данных полностью с учетом всех долгов и заработков старой платформы, перенесенную на новые, нам дали возможность функционировать и в Eagleby Trade по просьбе, по очень настоятельной просьбе лидеров и мастеров, нам дали эту возможность, пусть в процентном отношении. Но новая платформа в виде биткоин-проплат функционирует 100% нормально. Вы понимаете, я не совсем соглашаюсь с теми лидерами, которые вот как будет все, я буду. Минуточку. То, что все абсолютно в белом поле легальности, абсолютно подтвержденно, функционирует де-факто? Да. Далее, компания предоставляет возможности, которые многим корпорациям и не снились. Почему? На базе развития, многолетнего развития бизнес своего опыта наш президент принес часть своих компаний сюда как основу нашей платформы. Пожалуйста. У нас обоснованные дивиденды? Пожалуйста. Нас акционировали? Пожалуйста. Я не совсем понимаю сомнения партнеров, которые заходят на сегодня в новой платформе биткоина. Какое вы отношение имеете к старой базе данных? Работает ввод вывод? Работает. Платформа реальная? Абсолютно. В легальном поле? Абсолютно. Подтверждена? Да. Маркетинг-план шикарный, я считаю. Да, меньше пассив, чем в хайпах. Любой хайп на сегодня, который заявляет высокий процент, мы знаем, что хайп, и я не говорю, что это плохая либо хорошая компания. Нет, это компания высокого риска инвестиций, если уже говорить дословно. Так вот, в этих компаниях высокого риска инвестиций период функционирования именно в этой степени никто не даст вам, никто не знает. Ну, минимум это полгода, да, минимум, максимум, у кого как. Но компании могут остаться на рынке, но они меняют маркетинг, они меняют формы выплат, они меняют проценты за обслуживание, много чего меняется для того, когда компания стремится остаться на рынке, для того, чтобы дать устойчивость своим платформам. Нам дали абсолютно реальный маркетинг, абсолютно обоснованный, просчитанный, утвержденный. Чем?
отчетностью многолетней доходности всех 18 компаний, которые имеют место быть у нас в корпорации. А теперь вот бесконечный вывод. Да, отдайте мне мои 10%, а пусть они отдадут, и трава не расти. Кто отдаст вопрос? Я вначале вот смс сказала, что вопрос кому, кто отдаст? Нам дали эту возможность, нам подтвердили возможность получения доходов, и нам более того дали возможность заработать 500% больше, но в степени срочности, которую установит президент, по концепции, которую разработал президент, и шаг за шагом в стратегии, которую он реализует. Он не зря говорит о том, что я всю жизнь был вверху и внизу, везде был, но я всегда иду шаг за шагом вперед. И те проекты, которые еще не реализовал, они у меня в процессе реализации. Нет у него минусов, потому что он направо-налево не ходит, он идет прямо, но в стратегии, которую 100 раз просчитает, выверит, просмотрит, обоснует, договорится, реализует и только потом предлагает партнерам. Именно такую концепцию мы получили с вами в руки. Я не понимаю сомнений в том, что будет, не будет. Да, Umbrella уже есть. Будет, не будет, не вопрос. Она уже есть. Но все технари, все айтишники понимают, что это процесс, который должен быть протестирован, введен в действие и реализован среди партнеров. Так вот, он идет сейчас, процесс тестирования уже среди партнеров. Начальный старт Umbrella есть. Мы с вами ждем. Мы получили с вами сегодня регистрацию на карты. Была обещана регистрация на этой неделе на Umbrella. Я надеюсь, что мы получим ее на этой неделе. Возможно, это будет понедельник, вторник. Я не могу сказать точно день и число, но это конечный уже результат большой-большой-большой работы команды нашего президента. Уже конечный результат, уже продукт, который нам с вами дают. Давайте все-таки понимать реалии сегодняшнего дня. Компания не пришла на один час, на один год. Компания пришла с серьезными многолетними разработками на перспективу серьезной многолетней работы в реальной жизни, в реальной экономике. Проекты, которые бесконечно можно представлять и рассказывать долго о них, эти проекты – реальность. Именно поэтому я еще раз прошу понимания партнеров. Мы с вами все-таки не в компании однодневки, в компании, которая пришла работать долго. Именно поэтому процесс не просто старта новой платформы, но увязки всего того, что в наследство досталось от совершенно другой компании, наследство по негативу, на сегодня практически на 95% решено. Партнеры, я уважаю всех, кто был с нами весь этот период. Это был трудный период. Очень много, и правильно говорит Мигел, что очень много невидимой работы сделано. Это правда. Уже когда вникаешь, приезжаешь, смотришь, анализируешь внутри, понимаем, что они сделали. В принципе, действительно, они сделали невозможное. И в принципе, действительно, мы первая компания в истории MLM в мире, которая преодолела этот путь и предложила партнерам старой компании, которые совершенно никакого отношения не имели к новой платформе ID Identification, столь льготные возможности. Давайте уважать друг друга, давайте уважать выбор нашего президента и поблагодарить компанию за вновь открытые возможности. Поверьте, кто хочет поверить в глубину, проверить, всегда, пожалуйста, офис открыт для всех. Пожалуйста, в Дубае офис открыт. Поэтому, кто хочет проверять и смотреть, дело выбор каждого. Можно не верить, можно ждать. Пожалуйста, это выбор каждого. Можно подождать, постоять месяц-два, пока все будет нормализовано и реализовано в реальной жизни, в рабочие инструменты. Можно и так. Выбор каждого. Никто никого не заставляет бегом бежать, не доверяя, нести не знаю кому и что. Но партнеры, которые понимают, уже проанализировали и поняли, где они находятся, они начали работать. Давайте не мешать друг другу. Либо работать, либо ожидать в течение месяца-двух реального захвата мира нашей компании, а это реальность. Global Star Club. Возможности безграничны.